потому что, ну вот надо так вот поговорить, потому что это всего лишь третий показ этой премьеры. Так, наверное, я даже пойду в конце кланяться вместе с актрисой. Значит, это показ третий. Театр впервые ставит прозу, да, до этого мы ставили драматургию, сейчас проза. Впервые мы обратились к такому чистому жанру моноспектакля. Значит, и не успели записать на фонограмму призыв отключить мобильные телефоны. Поэтому я вот вас сейчас попрошу отключить, потому что тем более, что, конечно, когда вот одна актриса, она еще пока очень волнуется, конечно. Поэтому лучше, если мы как-то вот, и я сейчас отключу. Еще одна просьба. Даже у тех, у кого там отключен звук, то светятся в темноте экраны. Вот я прошу первые 15 минут, где-то первые 15 минут, а спектакль идет 1:40, то есть еще успеете их включить. Вот первые 15 минут, просьба, экранчики, вот эти наши экранчики, да, не включать. Вы даже вот видите, завесили эти вот таблички, выход. Потому что один раз на сцене должна быть полная темнота. Полная. Где-то через 15 минут. Хорошо? Вот все. Слабость. Какую добродетель вы цените превыше всего? Вы недостаток вы никогда не прощаете. А какую черту вы больше всего не любите в себе? Какую черту вы более всего не любите в людях? А в каких случаях вы лжете? Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? А вот у меня тоже вопрос есть. А вот почему вот люди вот так говорят все время? Там, злой как собака, или там, не твое собачье дело. Или вот еще, вот. Как собак не резаны. Вот это как так, как собак не резаны? Кто не резал, зачем не резал? Вот интересно вот у меня, а? Вот очень остроумно, прям молодцы люди. А вот интересно мне, а как бы отреагировали люди, если бы мы стали вот в свою собачью речь вводить вот подобное? Вот представьте себе вот такую ситуацию.
приезжаю я, допустим, с выставки. Вот, приезжаю с выставки, тут же прибегает мой соседский пес и спрашивает: ну что, как там? Ну много ли участвовал собак? Как там на выставке, много ли участвовал собак? А я ему отвечаю: да как людей не стреляны. Ну а что, как собак не резаны, как людей не стреляны. Вот как вам, выраженец? Я думаю, не очень, да? Не очень как-то понравилось. Вот так же и нам. Да ладно. Я, собственно, ведь не об этом. Я о другом. Вот смотрите, что получается. Ведь хватает меня все, кому не лень. И треплют меня вот из уха, и суют мне в морду. Слушайте, а давайте я буду сегодня говорить лицо. Можно? Вот, лицо. Так вот, суют мне в лицо всякую гадость. Хотя нет, не буду я кривить душой, не гадость. И далеко даже не гадость. Наоборот, суют подчас такую вкуснятину, что просто слюной можно поперхнуться. Я ведь один раз, я чуть не попался, чуть не сорвался. Это мы с Иваном Савельевичем. Иван Савельевич — это мой самый первый подопечный слепой. Так вот, мы стоим с Иваном Савельевичем на пешеходной перекрестке, ну ждем, когда загорится зеленый свет. Я отвлекаться не могу, да, а тут чувствую вот запах, ну просто умопомрачительный. Я отвлекаться от дороги не имею права, я кашу только одним глазом, правым. И вижу, суют мне в нос такой смачный кусок курятины. И не просто там косточку какую-нибудь, да, а просто вот такой весь зажаристый, как это называется, вот курочка-гриль. Представляете? Я до сих пор не могу понять, как я тогда не сорвался. Как машинально не схватил-то? Я думаю, школа. Школа для собаки – это очень важно. Так вот, я на работе, да, я должен перевести слепого человека через дорогу. И вот смотрите, что получается. Вот слепой человек пошел за мной через дорогу, да, и тут вот эти вот полосы называют, вот как они, зебры, да, называются. И вот почему некоторые водители переезжают за эти полосы? А я должен проследить, чтобы остановились машины, и не просто остановились, а в положенном месте. И вы поймите, не надо заезжать за эти полосы. Потому что ведь, ну, зрячий человек еще ладно, он обошел капот машины и пошел там по своим делам. А слепой человек, мой подопечный, он же не видит, да? Он вроде пошел переходить дорогу за поводырем, все нормально. И тут вдруг я что-то такое начинаю вытворять. А я сказать-то ему не могу. Я же начинаю там тянуть вот шлейку, да, с поводком в сторону. Скулить начинаю, иногда приходится прям гавкнуть. А слепой человек, он должен проверить. И он тросточкой начинает проверять. И тут из окна машин такое наслушается. Ты гад, сейчас ты всю машину поцарапаешь. Какой он гад. Не он же за полосу заехал. И пока вот мой, он же должен проверить. А пока он проверяет, тут светофор уже начинает мигать. А эти нетерпеливые водители лежат на газ, а некоторые доходят до того, что просто, не стесняясь, кричат: ты слепошарый, давай скорее проходи. И вот знаете, вы, конечно, не обижайтесь только, но я вам честно скажу, вот в такие минуты я людей, ну, недолюбливаю просто, потому что я понять не могу, вот эти 2 секунды, что они такого в жизни вот могут поменять. А потом, ведь это же надо понимать, ведь это же слепой человек. А ведь такая беда может случиться с каждым. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, это не накладка. Это не какая там не авария, сейчас видадут. Вот просто вот вы сейчас посидите в темноте и подумайте. Вот если сейчас в зале сидит хотя бы один слепой человек, он же даже не заметил, что свет-то погас в зале. А вы так понемножечку-то как-то зашуршали, как-то так зашептали. А правильно, правильно, потому что нам в темноте тревожно. А вот вы представьте себе, что в этой тревожной темноте вам сейчас предстоит выйти из этого здания. То есть пройти по рядам, найти дверь, выйти, спуститься по лестнице и выйти на улицу. А там тоже кромешная темнота, ничего не видно. А вам нужно добраться домой, и вы должны найти свой транспорт, там кто машину, кто автобус. Там тоже нет света. Все ездит, все работает, только света нет.
И вы должны в темноте определить, где ваша остановка. Найти свой дом, свой подъезд, подняться как-то в темноте на свой этаж, нащупать замочную скважину и открыть дверь. Понимаете? А у слепого человека, у него всегда темно. Ему трудно, понимаете? И поэтому я вас прошу, вот давайте договоримся. Если вы, вдруг увидите, по улице идет слепой человек. И с ним собака-поводырь. Ну, вот такой, как я, пес. Не надо нас отвлекать, вот не надо. Вы поймите, я на работе. Я же ведь не легкомысленный там баллоночка. Или там эти вот какая-то. Пуделек. Который от нечего делать, гуляет своими хозяями, да еще и на столбике побрызгивает. Да, наглый. Я на работе, я должен провести своего подопечного туда, куда он запланировал. И при этом я должен проследить, чтобы он там не споткнулся, не упал, ну, не промочил в лужах ноги. Я должен увидеть все препятствия и обвести их. Либо слева, либо справа. Еще при этом проследить, чтобы он не наткнулся там на ветку или какую-нибудь другую штуковину на уровне его роста. А если мы едем в транспорте, я же ведь должен показать ему сначала вход, потом выход. Забот хватает. Если кто-нибудь думает, что моя работа такая уж легкая, вы ошибаетесь. А мне ведь уже... Ой, 5 лет. 5. Это если по человеческим меркам я в 2 раза. Да нет, я не в 2. В 3. В 3-то точно. Я в 3 раза старше своего последнего подопечного, Саньки. Вот Саньке сейчас 13 человеческих лет. Вот и считайте. А раньше я вообще работал у слепого пенсионера и пан Савельича. Эх, вот человек был, я вам доложу, а Иван Савельич. Эх, хороший был мужик. Бывший танкист. Мой друг. Вы знаете, он мне даже иногда на своей кровати разрешал поваляться. Правда. Придем, бывал с ним, да, с прогулки. Он сразу же меня покормит. А, от поводырских прибамбасов сразу освободит. Покормит, расчешет. Я ему тапочки принесу, и он мне говорит, давай, трясун, давай, расслабляйся. И уж я тут... Не, а вы что думаете, мне вот легко вот с этой шлейкой весь день ходить? Да я к вечеру, когда от нее освобождаюсь, мне, знаете, как хочется. На спине-то поваляться. И вот Савельич мой, он все это понимал. Да мы вообще с ним друг друга вот чувствовали. Любил я его. Эх. Умер мой Иван Савельич. Ну, он умер, меня отдали обратно в школу для поводырей. Как я по нему скучала первое время, вы его прям не поверите. Кусок в горло не лез. И все думал, кому же меня теперь-то отдадут. И вот не знаешь, какими там судьбами, какими там путями. А только как-то раз приехал к нам в школу Санька. Это мой последний подопечный. Вот если вы зрячие и никогда не сталкивались с проблемой слепых, я сейчас расскажу все, специально для вас все расскажу. Прежде чем нас, собак-поводырей, отдать какому-нибудь новому подопечному, мы должны какое-то время провести с ним вместе. Ну, там, привыкнуть друг к дружке, понимаете, да? Нам же в паре ходить, мы должны как-то притереться друг к дружке, присмотреться. Хорошо сказал, присмотреться. Да кто ко мне будет присматриваться? Они же слепые все. Это я должен присмотреться. А они прислушиваются, принюхиваются, ну, еще прищупываются. Кого попал, в нашу школу не берут. Нет, там очень строгий отбор. Потому что мы все, во-первых, должны обладать уравновешенной психикой. Мы ведь вообще не обращаем внимания ни на какие посторонние шумы. Мы ведь не замечаем там никаких этих котов, кошек. Хотя, если честно, как вот это можно не заметить? Ну как, я вас спрашиваю? Замечать-то мы их замечаем, но не обращаем на них внимания. Нет, опять не так сказал. Внимание-то мы на них обращаем, но мы как же это... Мы не имеем права на них реагировать, вот.
И мы не реагируем. Нельзя, значит, нельзя. Чем эти твари очень даже часто пользуются. Да я вам серьезно говорю, у меня тут шрамы-то имеются. Санька до моего приезда к ней в дом, он жил с мамой и с бабушкой. А отец у него погиб в автокатастрофе. И говорят, вот в тот самый роковой день вместе с отцом в машине-то находился Санька. Ему тогда 11 лет был. И вот врачи вынесли приговор. Радужка, говорит, и хрусталик безвозвратно потеряна. Я уж там не знаю, я не разбираюсь в этих мелочах. Как уж вот так прям безвозвратно потеряна? Понял только одно, что вот с этого самого момента пацан перестал видеть. Совсем ничего не видит, представляете? Врачи вообще в семье поговаривают, что где-то есть там знаменитый врач, который как бы может вернуть Саньке зрение. Но только когда это будет, и вообще будет ли это, никто сказать не может. А пока я, Саньке, и доктор, и глаза, и друг. Санька-то мы быстро нашли общий язык, быстро. Не, ну правда, поначалу на него обижался. А потому что вот сами посудите. Меня, я, кстати, не представился, меня зовут Трясом. Так вот. И главное, когда мы с ним дрессировались вместе у нас в школе, он меня так и называл, и все было вообще замечательно. И он, между прочим, успешно сдал экзамен. Он вообще умный парень, Сашка. И мы поехали домой, с нами еще мама там была, Светлана Сергеевна, очень хорошая женщина. Приехали домой, там бабуля у нас такая есть, Елизавета Максимовна такая вот. Но встретила приветливо, В общем, все было замечательно. Так вот, я Трясон. Слушай, а вы хоть вообще знаете, что это за имя Трясон? Вот Иван Савельевич, он мне все в подробностях рассказал про мое имя. Оказалось, что не только я редкой породы пес. Но и имя мое необычное. Вы представляете, так когда-то звали тибетского царя. Трясон Дацен. И вот этот самый тибетский царь, он давно-давно, там, я не знаю, много лет назад, там 100, может быть, 500, может, даже все 1000, он пришел к выводу, что моральное и духовное просветление может быть достигнуто только в результате, что какое-то просветление может быть достигнуто только в результате морального и духовного совершенствования под руководством мастера. Слушайте, вот я вам вот как на духу, вот и без всякого там бахвальства я вам скажу, у меня в школе мастер был вот безупречный. Поняли, к чему я клоню? Ведь не шуточное это дело. Просветленный лабрадор. Санька меня вдруг стала называть Тришей. Представляете? Я сначала я даже вообще не понял, к кому он обращается. Проснулся главным утром, сел на своей кроватке, ножки свесил, сидит и говорит: Триша? Я сижу, думаю, ну может игрушку какую пацан ищет. Еще посмотрел кругом, ну если бы нашел, я бы принес, но ничего похожего на Тришу я не наблюдаю. Он посидел немного и вдруг говорит: Трясон, ты где? Ну, это уж меня, это уж я тут подошел, там, мордой в коленке потыкался, все как полагается. А он, главное, гладит меня и говорит: Тришенька, миленький, как тебе спалось на новом месте? Вот вы знаете, я обомлел. Я думаю, это ничего себе. Это что же, это Сашка меня, что ли, Тришкой-то называет? Я говорю: Саня, Санек, ты чего, какой я Тришка-то? А главное, что я могу сделать-то? Ну все, ведь как назвал Тришкой, все, так теперь и хожу вот Тришкой. Главное, был царем тибетским, а стал какой-то плюшевой игрушкой. Вы знаете, как обидно?
Вот вы бы лопнули от гордости, если бы у вас была такая родословная, как у меня. Вы знаете вообще, кто были мои предки? Да мои предки были собаки викингов и басков, которые проживали, между прочим, на острове Ньюфаундленд. И до 18 века никакие европейцы, они вообще в глаза даже не видели лабрадор. А мы, между прочим, по мнению ньюфаундлендских моряков, всегда считались и до сих пор считаемся залогом счастливого плавания. А когда корабль терпел крушение, мои предки, лабрадоры, они вытягивали на берег канат, по которому перебирались все моряки на берег. А нерасторопных моряков мои предки просто перетаскивали на себе. Ньюфаундлендские моряки, они всегда брали с собой в плавание 2-3 собак. Моей породы, конечно, лабрадоров. А какие были имена? Какие были имена? Волна, прибой. Вы чувствуете, да? Как это звучит? Волна, прибой. А тут какой-то занюханный тришка. Обидно. Еще потом услышал, как мама с бабулей разговаривала. Мама говорит Сашкина: ты знаешь, говорит, я смотрю, Санька как-то повеселел, приободрился. Мне кажется, ему с собакой будет лучше. А бабуля заявляет: надо, говорит, смотреть, чтобы он Саньку не обидел. Все-таки, говорит, собака-то это зверь. Вы знаете, у меня прям даже уши дыбом встали. Я думаю, это ж надо такое ляпнуть, а? Зверь. Думаю, как это вообще вот пожилому человеку такой в голову могло прийти? Обидит. Это кого, пацаненка-то, да? Хорошо еще мама за меня сразу заступилась. Вообще у Саньки хорошая мама. Бабуля говорит: ну ладно, ладно, говорит, поживем, увидим. Конечно, увидите. Еще как увидите. Увидите, да еще потом завидовать будете. Я ведь уверен, что Санька потом будет больше всех меня любить. Эх, если бы вы знали, как меня Савельич любил. А как он плакал, когда я чуть под электричку-то не попал. О, это было у нас с ним дело. Поехали мы как-то раз с моим Савельичем к его другу в Подмосковье. На электричке надо было ехать. Ну, такой же дедок, как мой Савельич, но только зрячий. Погостили мы там у него часа 3-4 и назад. Стоим, ждем электричку. Народу собралось. Полно, прям видимо-невидимо. И все как-то приготовились, как будто 100-метровку бежать. Так прям стоят и ждут электричку. Ну и мы стоим. Электричка подходит. И тут эта вся толпа прям как рванула. И нас вообще просто смело. Савельич мой стоит бедный, растерялся, он же ничего не видит. А тут еще и мой след простыл. Нет, только вы не подумайте, что я там убежал, испугался этой толпы. Нет. А меня просто люди добрые с перрона столкнули. Вот в эту вот щель, которая между электричкой и вот перроном. И все, и я повис. Висю я на поводке. Думаю, все, трясончик, вот и жизнь твоя прошла, как и не было. И главное, вы знаете, вот только одна мысль в голове свербит. Думаю, как же Савельич-то без меня до дома-то доберется? Думаю, как же он вообще без поводыря-то будет? Он же уже привык. Думаю, милый ты мой человек, как же ты теперь будешь жить-то? И вдруг слышу, старик твой кричит машинисту, да прям, да так громко, прям кричит он, чтоб не трогался поезда! Кричит и тащит меня, тащит, кричит. А сил-то уж у него нет. Хорошо, ему кто-то там помог на перроне. А меня ведь вытащить было, это все равно, что удушить. И вот тащат они меня. Вытащили они меня на перрон, а у меня свет померк, и все, и я отключился. Не знаю, сколько там времени прошло, но очнулся. Очнулся и чувствую, мне на нос что-то мокрое капает, да? Я глаза-то открыл. Смотрю. Сидит мой Савельич. Склонился надо мной и плачет. Прям плачет, не стесняется.
седой человек над собакой-то. А я ему ничего вообще, знак подать не могу. Меня вид здорово придушил, и у меня вообще сил нет ни лапой пошевелить, ни гавкнуть. Ну уж он когда нагнулся надо мной, а он меня целует, целует. Нагнулся надо мной, я из последних сил уж собрался. И это, лизнул его прямо в лицо. Эх, тут он так подскочил от неожиданности, значит, слепой. Эх, смешно он подскочил. А когда понял, что я живой, когда до него дошло, вы не поверите. Он прям взял меня на руки, прям как ребенка, поднял и закружил по перрону. Прям затанцевал слепой-то. Я испугался. Я думаю, да поставь ты меня на место, Савелий, сейчас еще сам свалишь с этого перрона. И как я тебя тащить потом буду? Прям, знаете, пришлось это, гавкнуть не могу, поскулил. Вроде как песню спел так, у-ху! Он услышал мое первое слово-то, опустил меня на землю. Сели мы с ним, со стариком-то, прямо на перроне, сели, прям так. Долго сидели, минут 10. Молчали. Но потом уж я совсем оклемался, смотрю, уж смеркается, я как-то, ну, тявкнул пару раз, мол, надо идти, пока светло. И пошли мы с ним. Добрались благополучно. Вот. Это Савельич. А Санька, с Санькой мы договорились. Если он не задает вопрос, а я ему отвечаю, да, должен ответить «да». Я ему говорю «ав». А если мой ответ отрицательный, я ему говорю «у». То есть «ав» и «у». Вот молодец, Санька. 13 лет, ты такой умный, а? Но правда шустрый. Эх, и шустрый. Вот уж тут, если честно, доработки-то мне поприбавилось. С Савельичем-то мне попроще было. А Савельич, он тихоход, из дома-то выходил не так часто. И недалеко, а этот шустрый везде ему надо, и по лесенкам ему надо, и туда залезть, и везде его проводи, и везде подстрахуй, да. Так вот, мы с ним договорились, два слова, «ав» и «у». А я, знаете, я давно уже думаю, вот если бы у нас в нашей школе поводырей, вот если бы нас учили разговаривать, вот мне интересно, я бы смог бы вот я освоить, ну, с десяток слов. Больше мне не надо. А зачем мне больше-то? Вы знаете, мне даже кажется, что любой человек мог бы 10 словами обойтись. Не, ну, допустим, за людей ручаться не буду. Но мне бы точно хватило 10 слов. И вот, знаете, я все продумала. Я давно над этим думаю. Вот было бы очень здорово, если бы нас учили.